мистер Вселенная. Пастырь Дерия Бук. Хобан Вошберн. Знаете, это ведь еще не конец. Я не могу гарантировать, что они вас не будут преследовать. Парламент. Ваша передача о Миранде ослабила их режим, но они не исчезли, и они не прощают. У вас-то перспективы не очень радужные. Вы приказали нас отпустить, подлатали нас. Я им сказал, что тамы более не опасны, ущерб уже нанесен. Они, возможно, прислушаются, но, думаю, они знают, что я больше не с ними. Если вас уберут, не думаю, что буду сильно горевать. Увижу вас еще, возможно, и сам вас убью. Не увидите. Видеть больше нечего. Сэр, нам дан зеленый свет. Инспекция прошла успешно, мы можем стартовать. Как думаешь, он не развалится? Корабль сильно потрепало, но он уверенно полетит. Проследи, чтобы все было закреплено. Может быть, тряска. Как всегда. Стартуем. Думаю, за день доставим тебя к твоим девочкам. Да. Готова покинуть эту груду старья и вернуться к цивилизованной жизни? Я не знаю. Хороший ответ. Значит, будешь моим вторым пилотом, поможешь управлять? Собираюсь. Думаешь, справишься? Хорошо. У тебя явно есть способности к... Тут главное не только кнопки и карты, маленький альбатрос. Знаешь первое правило полета? Ну, видимо, знаешь, раз ты уже знаешь, что я скажу. Знаю. Но я хочу услышать это от вас. Любовь. Можно знать все уравнения во Вселенной, но если поднимешь в воздух корабль, который не любишь, он тебя сбросит. Так же верно, как верен круговорот миров.
Любовь удержит его в воздухе, когда он вроде должен упасть. Подскажет, что ему плохо, прежде чем он отдаст концы. Превратит его в родной дом. Буря усиливается. Мы достаточно скоро ее пройдем. Что это было? Переведено и озвучено по заказу hdclub.org.